Всем привет! Сегодня у нас 7 мая. Я выбралась в лес, честно говоря, поискать что-то из трутовиков. Возможно, трутовик чешуйчатый. И вот моя первая находочка. Это строчок гигантский. Смотрите, какой он огромный, правда, гигантский. Я строчки не собираю, но все равно радостно находить грибочки в лесу. Вот кто-то любит его. Вкусненький, наверное. Молоденькая кислица. Очень люблю эту витаминную зелень. Всегда собираю. Но этот единичный кустик на бревне я оставлю. Кстати, вот это вот прошлогоднее ТСЖ скоро-скоро уже порадует нас пенек, я надеюсь. Зато под ногами молодой кислицы. Ой, вкуснота. Мне еще нравится декоративность ее ножки. Посмотрите. Это больше травка для салатиков, потому что при термообработке она абсолютно моментально теряет свой цвет, обесцвечивается, становится мягкой такой. Вау, какая колония кислицы на бревне, посмотрите, какая красота. Но ближе я, к сожалению, не могу подойти, тут такое болотце. Поваленных деревьев очень много, влажно, но трутовиков, к сожалению, ни чешуйчатого, ни серно-желтого, ничего нет. Зато вот цветет еще ветреница лютикова вместе с ветреницей дубравной. И такие уже заросли из травы. Какая же она сочненькая, молоденькая. Супер! Ага, вот кто тут еще любитель саркосцифы. Такая классная тут семейка саркосциф, но уже старенькие, уже все. Зато красавицы какие, смотрите. Просто огромные. Ну вот, наконец-то первые съедобные грибы. Аурикулярия уховидная или иудина ушка. Древесный гриб муэр. Засохшие, конечно, хотя вот это такое влажноватое ушко. Хорошие съедобные грибочки, полезные. Вот какой большой. Жалко, конечно, что с трутовиками мне не повезло. Зато кислицы прилично я насобирала. Как крепенько сидят. Наверное, надо ножиком поддеть. Эти грибочки хорошо в водичке размокают, и вот они еще раз в 10 увеличатся. То есть это хорошенькие экземплярчики. Будут как это ушко. Так что сегодня будет салатик с иудиными ушками. Вот этих вот грибочков как раз хватит на салатик. Мне кажется, это еще трутовик серно-желтый, прошлогодний. Надо запомнить это дерево. Ну а теперь по традиции что? Отправляемся на кухню, приготовим все это.